В многоэтажках Улан-Удэ установят новые лифты. От старых они отличаются плавностью хода, дизайном и возможностью подбирать пассажиров по пути при движении вниз. Также благодаря новой электрической системе управления и светодиодным светильникам расходы на общедомовые нужды сократятся. Вообще срок замены лифтов он исходит из срока эксплуатации, установленного техническим регламентом Таможенного союза. То есть он составляет 25 лет. То есть если лифтовое оборудование прослужило более 25 лет, оно подлежит замене и капитальному ремонту. В этом году краткосрочным планом предусмотрена замена 6 лифтов в 3 домах на сумму более 15 миллионов рублей. Лифты будут заменены по улицам Ключевская, 11 и 13, а также по революции 1905 года 104А. Сам монтаж будет проводиться подрядчиками в течение месяца с момента начала работ.